И опять мы на том же месте. Очередное происшествие. Опять у нас здесь нет знаков, ничего. Люди пожаловались, говорят, ночью такое произошло. На разный вкус. Видишь, интересно, застраховались. Хорошо, что тут и больница рядом, наверное, какую-то помощь была оказана. Бедолаги. Когда было здесь освещение и знак вот стоял, да, все было более-менее нормально. Как-то так. Пока-пока.